Запад. А куда вы собираетесь сейчас? В Горловку. А почему? Только что у вас вчера же было собеседование в Боткинской больнице. Туда трудно попасть. Ну да, я тоже закончу ведь и куда-нибудь поеду работать. Сложно, конечно. Значит, судьба, надо же работать. А знаете ли вы, скоро будет Боткинская больница. Самая лучшая больница будет не только в России, а может быть еще в Европе. Да, туда поэтому трудно и попасть. Лучше. Да, давай. Средине. Здорово, доктор. Здрасте. Вы мне ответите, я в Горловку сегодня попаду или нет? Пойдешь. Молоденький ты какой-то больной для доктора. Я уже закончил. Приехали, все опять не испортил. О! Монетку нашел 20 дней. Если со мной что-то случится, я уехал с этим мужчиной. Вот, да, это маленький подарок, я спектакль пользовался. Может, не надо так... Да, спасибо. Приехали! Вот, доктор пойдет, и отправится. В середине сентября может так замерзнуть. И вот пока погибаешь здесь, вокруг тебя ни души, кругом Россия, тишина, молчание. Я так замерзну, вот он здесь! Да,
весь вечер на вас, скользко не так на сах, шерстью на затылок. Говорит, приглупо, братцы, не пора домой собраться. Видно, ищет нас мамаша, беспокоится поди. Только как дремнуть чаще, путь дороже ходить. Долго по лесу блуждали, наконец совсем устали, на каждом на шагу чудится.